Всем привет! С вами Галина. Добро пожаловать на мой канал Creative Life. Сегодня мы будем говорить о таком сервисе, как Яндекс.Толока. Но перед тем, как мы начнем обсуждать Яндекс.Толоку, я хочу вам рассказать, что сегодня я тестирую новый микрофон. Первый раз записываю с него. Покупка этого микрофона зависела от моего бюджета. И я купила его за приемлемые деньги. Возможно, потом я приобрету и лучше, и качественнее, и красивее. Но пока в нем меня все устраивает. Напишите в комментариях, как вам звук с этого микрофона. Микрофон FreeBoss FBW03. Если кого-то он заинтересовал, оставлю ссылку в описании. Итак, Яндекс.Толока. Особенности площадки. Яндекс задался вопросом создания площадки для возможности заработать каждому желающему, независимо от уровня его образования. Такой площадкой стал сервис Яндекс.Толока. Тем, кто хочет провести время за компьютером с удовольствием и пользой для себя, будет интересен и в некоторой мере полезен этот вид заработка. Зарегистрироваться на Яндекс.Толоке может любой пользователь. Можно выполнять задания и получать за них довольно-таки неплохое вознаграждение. А можно самому стать заказчиком и размещать задания. Для работы необходимо иметь доступ к интернету и соблюдать определенные требования. Во-первых, быть совершеннолетним. И во-вторых, иметь Яндекс.Аккаунт. Зачем нужна Яндекс.Толока? Яндекс обрабатывает ежедневно около 200 миллионов запросов. Иногда поисковая выдача не соответствует запросам пользователей. Например, человек ищет, как заработать на своем сайте, а ему поисковая выдача выдает создание блога. Иногда сами пользователи делают грамматические ошибки. И система их не понимает, что от нее требуется. Мой сайт «Как заработать в интернете начинающим» Яндекс выдает даже по таким запросам и нет, «хочу заработать» или «буксы для смесителя». Для исправления многих неточностей и для развития отечественной поисковой системы Яндекс прибегает к помощи простых людей. Как начать зарабатывать на Толоке? Для начала работы на сервисе Яндекс.Толока необходимо открыть страницу регистрации и перейти по ссылке, указать фамилию и имя, контактные данные. Лучше зарегистрироваться на том аккаунте, где у вас уже имеется подтвержденный Яндекс.Кошелек. Так можно будет выводить оплату прямо с Яндекс.Толоки. Согласиться с условиями пользовательского соглашения, поставить галочку о том, что вы не желаете исполнять задание с пометкой 18+. Если этот пункт вас не смущает, его можно пропустить. Но я сейчас регистрироваться не буду, так как у меня уже есть аккаунт, я зайду в него. После всех этих обязательных процедур можно брать задания. Некоторые задания предполагают предварительное обучение. Вот я вошла в свой аккаунт Яндекс.Толоки. Нам предлагают довольно-таки много заданий. Некоторые задания перед тем, как выполнять, нужно пройти обучение. Ну вот давайте я вам покажу на примере обучение. Как обучаются перед тем, как выполнять задание. Сначала дается инструкция, ее внимательно нужно прочитать. Но сейчас я этого не буду делать, а вы прочитаете это обязательно внимательно. И дальше вы должны ответить на вопросы. Вот нам дается 4 минуты на выполнение, на ответ на эти вопросы. Ну, к примеру, у нас есть поговорка «Лисе что снилось, то и чудилось». Ну, наверное, есть такая поговорка. Ну и так далее. Отвечайте на вопросы, и Яндекс.Толока подтверждает ваше участие в подобных заданиях или отклоняет.
Но обычно, если все прочитать и, соответственно, правильно выполнить, то вы будете и дальше выполнять подобные задания. Я дальше выполнять это задание не буду, чтобы не затягивать это время. Просто вам показала пример, как это все делается. Давайте выполним одно задание. Нажимаем «Приступить». Нам предлагается несколько пар картинок. Перед выполнением задания прочитайте инструкцию каждому заданию. И здесь нужно нам определить, связаны картинки друг с другом, не связаны, или это дубль, или вообще картинка не загрузилась. Но здесь не связаны картинки. Вот давайте быстренько выполним. Связаны, ну и так далее. Когда проставите все галочки в чекбоксах, то нажмите кнопку «Отправить». Нажимаем кнопку «Отправить». Нам пишут «Спасибо, все задания выполнены, вернуться к списку заданий». Возвращаемся. Ну, то задание не стало я вам показывать полностью, так как появились картинки 18+. И чтобы YouTube не заблокировал видео, я прекратила его запись. Теперь можно продолжать обучение или выполнение новых заданий. Как видите, заданий довольно-таки много, и они постоянно пополняются новыми заданиями, так что работы здесь хватает. Сколько можно заработать на Яндекс.Толоке? Доход зависит от того, какие задачи вы будете выполнять и сколько времени готовы отдавать работе на Яндекс.Толоке. Сколько можно зарабатывать за день, если тратить по 2-3 часа в сутки и выполнять задания прилежно? В среднем от 60 до 280 рублей. Некоторым работникам удается получать 400-500 рублей в день. Сам же Яндекс дает еще более привлекательную статистику. Самые успешные пользователи зарабатывают ежедневно по $30. Я считаю, что Яндекс.Толоку можно рассматривать как заработок в интернете. И можно хорошо зарабатывать.